Давным-давно была Вселенная, и в центре одного из множества миров жила переполняемая энергией звезда. Когда пришло время, произошел взрыв. Звезда распалась на части, и появилась Земля, на которой зародилась жизнь. С той поры каждый человек рождается от рода своего. И через века и поколения в кристалле рода передается все знания о нем, скрытые в цифрах и числах, которые были, есть и будут всегда. Прочитать эти знания могут только посвященные. Дар этот дается от рождения. Его нельзя купить за деньги или золото. И он раскрывает тайны тем, кто хочет узнать все о себе и роде своем.